Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет ролик посвящен снова сундукам. Я хочу открыть те сундуки, которые выбил недавно в одном из прошлых роликов. Я выбил подряд супермагический, легендарный, эпический. Счет там был огромный. Кто не видел этот ролик, обязательно посмотрите. Я оставлю ссылку в описании на него, либо где-то будет аннотация на экране, либо подсказка. В общем, обязательно его посмотрите. Мы его сегодня откроем, посмотрим, что выпадет. Но прежде чем мы перейдем к открытию, я хочу, ребят, немного прояснить ситуацию по своему сайту. Потому что я недавно о нем упомянул, но он не до конца работал правильно. Сейчас он полностью функционирует, и я готов его вам презентовать. Итак, ребят, вот мой сайт, мы его недавно закончили работу над ним, пока что здесь только продажа аккаунтов и открытие сундуков. В скором здесь будут добавлены ставки на турнир, рулетки и много интересного другого. Ссылку, естественно, на него я оставлю в описании, но я немного расскажу, как им пользоваться, потому что, когда я его упомянул в одном из прошлых роликов, я не рассказал, что да как здесь, и много было проблем там с оплатой, и многие люди не понимали, что куда тыкать, хотя здесь вроде бы все понятно. Значит, первая страничка главная, это, естественно, на продаже аккаунтов. Вы можете выбрать любой аккаунт, нажать вот скриншоты, выбрать, какой вас аккаунт интересует, нажать купить, нажимаете оплатить, вас перекинет в оплату, точнее на фрикассу, где будет вам предоставлены виды платежей. Вы можете выбрать любой вам удобный вид платежа, оплатить. Ну и я сейчас покажу, как это все происходит на примере с сундуками. В общем, с аккаунтом, я думаю, разобрались. Если вам интересно, выбирайте, покупайте. Давайте перейдем к сундукам, потому что это более тема интересна, и другие люди очень часто сюда заходят. Итак, смотрите, ребят, здесь всего 9 сундуков. Каждый из них наделен определенным лутом. Значит, первая тройка сундуков – это выигрыш аккаунтов. То есть мы открываем сундуки, и здесь нам может выпасть уровень, и этот аккаунт вы можете получить. То есть может выпасть первый уровень, 9, 10, 11 и то есть так далее. Какой вам уровень выпадет, такой вы и выиграли. Позже мы добавим еще 3 сундучка, там будет выбивать, там вы будете выбивать легендарки. То есть там будет поинтереснее. Но это тоже прикольно, люди играли, выигрывали. В общем, давайте я сейчас вам покажу, все расскажу. Значит, вот эти первые 3 сундука, которые в каждом столбике, они самые дешевые. И здесь вот написано возможные призы. Естественно, шанс выпадения аккаунта очень низок, ну то есть какого-то высокого уровня, очень мал. Поэтому, естественно, ну я думаю, по прототипу рояля, то есть чем лучше сундук, тем больше шанс выпадения легендарки. Такая же технология и здесь. В общем, давайте я вам покажу пример. Вот, допустим, мы сейчас будем открывать вот этот сундук, и давайте я его оплачу, покажу, как все происходит. Нажимаете оплатить, вот вас перекидывает в фрикассу. Здесь множество разных видов платежей, с телефона, с карты, чем угодно. Я выберу киви, перейду к оплате. Здесь нужно ввести свои реквизиты. Я все это пикселями замажу. Сейчас я введу. Нажимаете оплатить. Вас перебрасывает на страничку оплаты, то есть на Киви. Здесь вы вводите номер телефона и вводите свой пароль и нажимаете продолжить. Дальше вам придет смс-код вам на телефон. Здесь вы вводите и нажимаете продолжить. Все, оплата успешно осуществлена. Дальше меня перебросит обратно на сайт. Вот меня перебросило обратно на сайт. Там нужно было назад вернуться на сайт. И вот так вот крутится сундук. Видим, что мне не повезло. Ну, блин, этот сундук реально самый слабый. Здесь вам, если повезет, что выпадет 10 уровень, то это очень круто. В основном падают от 1 до 7 уровня. То есть, ну, были, конечно, счастливчики, которые выбили 10 уровень. Что касается, ребят, по легендаркам, вам может выпасть любой уровень, да? Ну и там может быть легендарка, может не быть. То есть, это мы вам не гарантируем. После чего, вот, выиграли, да, допустим, первый уровень. И нажимаете, допустим, скачать. Дальше вам нужно сохранить блокнот. Вы его обязательно сохраняете. После этого открываете блокнот, и у вас тут будет написано ваш выигрыш. К сожалению, я сейчас ничего не выиграл, потому что, ну, не повезло мне, этот сундук самый дешевый, и здесь шанс выигрыша, ну, то есть не очень большой, но все-таки вы можете здесь выиграть какой-то топовый аккаунт, но это повезет не каждому. А вот более другие сундуки, более подороже, вот, допустим, это, тут уже шанс есть. Так точно и с этими сундуками. В общем, в огромном сундуке здесь вы можете проиграть, а вот здесь, в магическом, здесь беспроигрышный вариант, здесь минимум вы 80 гемов. В супер магическом вам минимум выпадет 500 гемов. То есть тут без проигрыша, если вы, допустим, да, закинули 750 рублей, нету такого, что вам не повезет и вы ничего прям не выиграете. Вы можете выиграть здесь абсолютно любую сумму. 5000, 14000 гемов, 1500. 500 это самый минимальный, и то есть это беспроигрышный вариант. Аналогично и с третьими кейсами, здесь игра идет на деньги. То есть первый ряд это аккаунты, второй ряд это гемы, ну и третий ряд это деньги.
То есть играйте на что вам угодно. Скоро добавлятся разные другие сундуки. Ну и давайте откроем, мне нужны гемы. Я хочу гемы себе выбить. Сразу, ребята, скажу, что управляю сайтом не я. Я всего лишь им руковожу и слежу, чтобы здесь никого не кинули. Им управляет мой администратор. Я на него ссылку оставлю в описании. Поэтому какие будут вопросы вдруг по сайту, обязательно обращайтесь к нему. Только, пожалуйста, не заваливайте его вопросами продать ваш аккаунт. Ваши аккаунты никто не покупает. Здесь выставляются аккаунты сугубо наши и которые проверены, то есть только у своих людей покупаются аккаунты. Ваши аккаунты никто не будет выставлять, потому что от вас доверия никакого нету, и мы не можем гарантировать стопроцентную гарантию, что аккаунт будет принадлежать всегда покупателю. Поэтому извините, но аккаунты здесь продаются только наши. Ну и что ж, давайте я хочу открыть супермагически, выбить себе гемы, написать, показать, как писать продавцу, ну и как их получить. Итак, поехали. Я не буду уже показывать, как я буду оплачивать, я это уже показал. Я этот момент вырежу, ну и перейдем к открытию. Итак, я уже оплатил, крутим рулетку, что мне выпадет? И это, блин, что так быстро? 1500 гемов. Блин, ну я хочу еще. В общем, сейчас покажу, как забрать свой выигрыш. Нажимаете скачать, скачиваете бокс. Вам сейчас покажу, открывайте этот бокс. Вам выпадает вот такая вот инструкция. Поздравляем, для получения приза напишите, вот вам ссылка, укажите код ниже. Это мой администратор, в общем, все вопросы к нему, ссылка еще будет в описании. Вот так вы забираете приз, вот этот код вы ему пишете, ну и забираете, в принципе, гемы. Гемы можете получить, либо вы даете аккаунт, вам донатят, либо же вы получаете приз свой в денежном эквиваленте. Даете свой электронный кошелек, мы вам скидываем деньги за эти гемы. А я, ребята, открою еще сундук, потому что мне нужны еще гемы. Итак, крутим-крутим наш барабан, крутим, что мне выпадет. 500 гемов в этот раз выпало. Итого я уже заберу 2000 гемов. Ладно, давайте скачаем. Обязательно скачивайте, ребят, бокс. Так, и еще раз, последний раз крутну, этот же супер магический. Итак, крутим барабан, еще раз задонатил. И какая же мне сумма гемов выпадет? Блин, ускорилась и снова 500. Ладно, заберу 500 гемов, в общем, в сумме у меня получается 2500 гемов. Я напишу администратору, выдам сейчас аккаунт, ну и посмотрим, как это происходит. Зайду обратно на аккаунт и посмотрим, появятся мне гемы на аккаунте или же нет. Итак, ребята, уже гемы зачислены у меня на аккаунте. В общем, вот так вот работает наш магазин. Обязательно заходите, покупайте сундуки, если вам это интересно, либо приобретайте аккаунты. Этот сервис вас не кинет. Если будут у вас какие-то вопросы, то обязательно обращайтесь к администрации. Ссылку на него я оставлю в описании. Но мы переходим к открытию сундуку на аккаунте у подписчика. Итак, ребят, сейчас я нахожусь на аккаунте, на том, которым я выбил все вот эти сундуки, которые вы сейчас видите. Все я выбил подряд. Здесь был огромный сундук, потом я выбил супер магический, потом выбил легендарный, а потом выбил эпический. Кто не видел этот ролик, то обязательно посмотрите у меня на канале, я ссылку на этот ролик оставлю в описании. Также, ребята, скоро буду разыгрывать разные конкурсы, выбивать своим подписчикам легендарки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому ролику, если вы ждете эти конкурсы. Скоро будут они у меня на канале. Также посмотрим, что у него за легендарки. Видим, у него три легендарки есть. Это бревно с парки. Ой, бревно, дровосек и кладбище. Нету еще много легендарок, поэтому я надеюсь, мы ему выбьем, ну, как минимум, одну легендарку, потому что если здесь легендарный сундук. Также здесь есть клановый сундук. И сейчас мы все эти сундучки, ребят, откроем. Посмотрим, что ему дропнется. Начнем, естественно, с бесплатных сундуков. Ну и постепенно перейдем к супермагическому. Итак, предлагаю следующий сундук открыть клановый. Так, падает нам золото, дальше ледяной дух, пушка. Смотрим дальше, копейщики, орда миньонов, элитные варвары и эпическую дай. О, отлично, арбалет, но скорее всего будут рарки, рарок не было. Да, надгробие. К сожалению, не выпало, мне, например, с кланового сундука выпала легендарка, но, к сожалению, на видео я это не заснял. Смотрим дальше, значит, теперь откроем, ребят, начнем, наверное, с огромного. Блин, так не хочется портить эту всю картину, потому что эти сундуки выбил лично я. И выбил я эти сундуки, но тут непростая история, выбил я их все подряд, ребят. Это так было интересно мне и вам. Поэтому еще раз оцените этот ролик, я ссылку на него оставлю в описании. Ну а пока я открою, начну открывать с огромного сундука. Падает ему армия скелетов, дальше падает ему ракета. И падают ему стрелы. Хорошо. Блин, безумно жалко открывать такие сундуки, ну ладно, откроем теперь эпический, да, эпический, так, две пеки, отлично, на третий уровень уже, палач, хорошая карта, маленький дракон и яд,
Отлично. Мне, в принципе, все карты нравятся, кроме Poison. Poison я не пользуюсь, все остальные более актуальны. Ну и предлагаю, ребят, сейчас открыть легендарный. Напишите в комментариях, как вы думаете, какая легендарка ему выпадет. Ну, а я сейчас его открою, и я надеюсь, вы уже написали, и давайте проверим, угадали вы или нет. Выпало ему бревно. Блин, очень жаль, потому что, во-первых, оно у него уже было, во-вторых, оно у него уже было на второй уровень, ну и как-то не очень то, что оно выпало, ну, блин, так себе, если честно. Ладно, ребят, все надежды на супер магический сундук, я обожаю открывать СМС, потому что это для меня самый крутой сундук после большого испытания. Итак, 4600 золота нам падает, дальше нам падают стрелы, отличненько, дальше нам падают гоблины, 39 сборщиков, пошли рарки, снова команки, так, команок уже много, отлично, 98 рарок, и если сейчас выпадет эпический, да, ребятки, сейчас будет легендарка, я предлагаю вам нажать видео на паузу и написать в комментариях, какая же легенда выпадет. И я надеюсь, вы уже написали, и я не буду томить, и вскрываем этот сундук, и падает нам лава. О, отлично, ребята, адская гончая сейчас очень тащит в испытаниях, очень популярная дека лава плюс шарик, многие играют этой декой, поэтому я надеюсь, что лаве он будет рад. Итого, ребята, мы за сегодня ему выбили две легендарных карты, к сожалению, одна уже была, ну а вторая у него будет новая. Но все равно я рад этому открытию, что все-таки не ограничились мы одной легендой, что выпало еще супер магического, и тем более лава это крутая. Да и кладбище у него еще есть, то есть можно комбинировать. Неплохие легендарки, за исключением дровосека. Дровосека почему-то я не сильно люблю, не очень мне нравится эта карта. Ну на этом, ребят, выпуск подходит к концу, скоро будут разные конкурсы, я буду на ваш аккаунт открывать сундуки, донатить вам гемы, разыгрывать аккаунты, обязательно подписывайтесь на мой канал. Скоро будет конкурс, вот такой вот вам спойлер. Поставьте лайк этому ролику, подпишитесь и включите колокольчик, чтобы его не пропустить. На этом с вами прощаюсь, ребят. Всем до новых встреч, всех вас люблю, всем пока.